Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание. Вообще ничего никогда не сказал, ваш герой. Вообще, блядь, никогда он и ничего никогда не сказал. И сейчас молчит. Я реально прихерел. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны, я не хочу с ними разговаривать. Это мы, это наши люди. Но, к сожалению, ты видишь, что творится в массовом сознании населения. Это, конечно, печально. Это печально. Эти люди читали, я не знаю, какие-то гуманистические вещи, книги, а потом они, там, сказать, идут и стиральные машины вырывают, да? Ну, мы все умрем. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Да, мне было страшно, но я это сделал. Если честно, я день первый ничего не понимал. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну, знаешь... Я не очень понял. Я столько смертей насмотрел. Там смертность, ну, там за 50%. 50, 60, 70, 80, 90. Я не являюсь политиком. Никогда им не являлся. И вообще мне политика, если честно, нифига не интересует. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? У меня немного друзей. Наверное, человек 40. 30, скорее. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я не могу молчать. Все говорили, да, тобой крайне недовольны, и мы считаем, тебе надо быть аккуратным, там, сказать, со своей там, личной безопасностью. Это был великий сарказм. Кстати, я к ним хорошо отношусь ко всем. Они реально, ребят, хорошие. Ну, да, конечно, мы знаем, да, конечно, ну мы же знаем. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Вот же суки, вот получите. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Выродок ты откуда ты такой? Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Хочется умереть достойно, и чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. И я от всего своего сердца желаю тебе здоровья и выжить. Я это никак не вижу, Юра. Я хочу, чтобы остановился весь этот пиздец, весь этот, все это месиво кровавое. Вот все, что она имеет благодаря там, или, там, ну, моей какой-то помощи. Там. Вот ее карма, я борюсь сейчас за свою карму. А у нее карма уже все, она уже в раю. Она ангел, потому что, ну, она натурально спасает. Была, до нее было типа 40% только выживало. Это правосудие. Всех судей нахуй. Все ФСБ, КГБ, СВР, ГРУ. Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все, понимаешь. Это копейки получил просто от этого.